ну-ка. О, смотрите, там какая-то девочка, она, по-моему, собачку кормит. И мы в этой серии тоже эволюцию собачки проходим. От собачки до оборотня. В этой серии я покажу, как стать оборотнем. Да, ставьте прямо сейчас лайк. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Да, и пишите хэштег ужасы. Ставьте лайк. И подписывайтесь, или я приду за вами. Да, да. Я вам покажу, как это вообще все происходит. Вот видите, вот этот миленький песик, и вон девочка, давайте девочка побежим. Пёся, пёся, кушать будешь? Пёся, пёся. Ой, еще один пёся. Пёся, пёся, кушать будешь? Мама. Кушать будешь? Давай, да. Что ты делаешь? Что ты из тебя вылетает? Пукаю. Вонючий пёся. Ой, он и воняет. Ой, эта собака сейчас другая завоняла. Он убежал от тебя, смотри он. Ну давай, корми, корми меня, девочка. Девочка, видишь, я говорящая, а этот тупой бобик. Эй, слушай, у меня обижаланку, синенький, голубенький такой, на. А у меня есть братик зелененький, хочешь покажу? На, покушай, давай. Смотри, покажи. Зеленый. Фу, какой милота, вот на ему. Тоже видит. Синенький есть. Видит, вот синенький, синенький. Каких, сколько их много, классненьких таких. Смотри, желтенький, желтенький бобик. Вот вам еду, мои холосы. Кушайте. Есть кушайте. Черненький, черненький. Ничего вот. Тебе семья, у тебя там, ты откуда там? Вот еще, смотри. Это что за мутанты? Это мутанты, это мои бразы. Фу, какие они. Ой, мутант. Ты чего убила? Ну какой-то некрасивый, такой-то мутант, мутированный пёс. Не трогай, не трогай их. Это мутированный пёс, их надо избавиться от заразу подцепить. Смотри, это пёс Херобрин. Ты чё, он какой-то мутированный, надо избавиться от них. Ты чё, ну-ка, девочка, ты чё, дети, сейчас покусаю? Ну, да, вдруг вы заболеете, мутируете тоже, вон, как они, будете. Такие вон. Фу, воняет. Уйди. Уйди, вонючка. Уйди, уйди от меня, вонючка. Слушай, дай еще там курочка у тебя есть, ну-ка. Курочка есть, ну-ка дай курочку, курочку. Ну вот есть, смотри, сейчас смотри, что есть. О, хот-дог, ну-ка дай. А ты попробуй, а ты достань, ну-ка, давай, достань его. Фу, вонючка, достать не может, достать не может, вонючка. Смотри, короче. А сейчас армия моих собачек придет, армия. А я вот твоему сразу дам, а тебе не дам. Ага, все, отобрали. Найди среди них меня. Ты где? А все? Мама! Ой, кто? Где? Где ты? Ну-ка. Хот-дог. О, да. Ага! Нашла. Так, ну-ка, вечер. Хот-дог. Нашла, десятка. По попике надаю. По вонючей твоей попе. Ну-ка, стой. По вонючка. Ням-н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 ям-
будешь плохо себя вести, я тебе этой палочкой... Дринк себе палкой. Короче, смотри, игра заключается в том, что я кидаю палку, и они думают, ты чё, их откуда ты встаёшь, что ты здесь там? Это мои бразы. Так может ты это, короче, это, мамка, собачек, может там пока я тебя кормлю, ты их там это, делаешь там? Не-не-не-не, я как бы это, их призывать умею, давай играть. Я вас приберу палку и, опа, кидаю, а ты давай, принеси мне её, принеси, давай, принеси сюда. Оп, молодец, так. Еще раз, давай. Так, сейчас закопаем, так. Эй, куда мою палку? Нет, палочка, моя палочка. О, дождь пошел, домик, я сейчас промокну и эволюционирую сразу. Ай, блин, вода, мне нельзя, короче. Бежим, а что ты своих бразов-то брать с собой не будешь? Не, они сами там это, рипнутся, так. Ой, смотри, там мутированный пес захочет зайти к нам. Нет, все, нельзя, так. Я сейчас, короче, эволюционировать начну, так, надо как спрятаться, так. Вот, чего, куда ты? Эволюционировать буду. Ну. Все, короче, я эволюционирую, пошел, ты за мной не заходи, все, так, сейчас. Так, ой, мне плохо, ой. Так, девочка. Это мой холёс, Ты кто такой? Ну-ка, уйди. Я эволюционировал.
Ты кто вообще? Не только моего пёсика, это мой пёсик. Ты вообще кто такой? Я эволюционировал, я есть этот пёсик. В смысле ты есть этот пёсик? Нет, вот мой пёсик. А ты, я не знаю, кто такой. Вот это девочка моего дома. Так, ты чё, ну-ка? Уйди из моего дома. Всё? Я моего пёсика закрыл. Всё, он пёсик, там. Куда ты его дел? Я его в тубочку закрыл. Пёсик. О, там котяра. Эй, ну-ка, пошли по крови. Так, у меня на том... Собаки на другой половине живут у меня. Ну-ка, уйди отсюда. Иди в другую сторону. Тут кошечки мои, не трогай мою кучу. У тебя тут чё ещё гепард есть. А вот гепард тебя сожрёт. Ну-ка, барсик, кусай на него. Ой-ой-ой, ну нафиг. Барсик, кусай его. Смотри, как коты тут насрали. Смотри, иди сюда. Вон, насрали. Нет, сюда, это... вон даже личинки ползают, видишь? Это удобрение, все нормально, ты чё? Неправда, это коты насрали. Насрали это этот, нассали. Че ты дерешься? Он сейчас барсик тебя съест, ну-ка барсик. Барсик, давай его. Да я сейчас сам этого барсика съем. А-та-та, он сейчас... Да я умею пукать, тоже. Ну, ты еще и воняешь, ходишь. Смотри, аж муха вот, смотри, на тебя садится. На вонючего тебя муха сейчас сядет. Так, ну-ка сейчас покусаем. Вот кота. Ну-ка, оп. Мучу не трогай. Мучу не трогай, сказала. Вот, подожди, я эволюционировать пошел. Пошли что, со мной. Опять, что ли? Опять, да, опять эволюционировать. Пошли ты за мной. Еще то больше. Ты что, это как пукнешь, у меня же дом там взорвется. Ну-ка он. Ну, как бы да, так. Пошли за мной, пошли за мной. Не эволюционируй, нет, сказал. Нет. Пошли за мной. Так. О, так. Иди за мной, девочка. Я тебя закрою. Так, вот здесь я сейчас буду эволюционировать. Так, вот здесь сейчас. Ой! Нагадил вон, смотрите, валяются кокульки вот его. Ой, я эволюционировал. Так, где там девочка? Ну что, ты куда же он пропал? Ты иди сюда. Девочка, ты где там, девочка? Пёсик. Ё-моё! Волк! Ну-ка, кыш из дома! Да тихо, это я! Быстрее бежим из дома, как волк! Барсик, волк кусается, барсик! Барсик, убери его от меня! У тебя барсик и твой, оба! Нет, барсик! Оба барсика! Барсика сожрал! Просто сожрал моего барсика! Так! Не трогай моих барсиков, ну-ка уйди! Вот волчара, вообще противный! Как его, надо короче, твою палку-копалку доставать и палкой гнать его отсюда! Короче, надо отвлекем его мясом, так вот, накидаем его. Смотри, смотри, мясо. Бежим к палке, берем палку. Ой, куда побежал? Ну-ка, стоямба. Стоямба. Тихо, смотри, осьминожки. Опа. А палка-то исчезла. Палки там нет. Все, попалась девочка. А ты кушать хочешь? Ну, давай. Ням. Слушай, ты, наверное, волк вот такой голодный, проголодался, такой большой, тебе надо сырое мясо. Подожди, девочка, ой, сейчас. Так. Фу, ну-ка, не короче, воняет. Слушай, девочка, а ты это, похож на красную шапочку, только у тебя белая шапочка. Ну, я это, подрабатываю здесь. Ты чё, это там, к бабушке, да, идёшь? Ну, нет, у меня нет пирожков, у меня есть мясо. Мясо от бабушки несешь? Нет, не несу бабушки. Пошли к бабушке сходим. Нет, не пойду к бабушке. Пошли. Ты не думай, ты не рассуждай. Давай просто сходим и все. У меня нет бабушки, у меня есть только тетя. Пожилая старая тетя. Пойдем к тете сходим. Ну, не знаю. Зачем я приду к тете с таким вот огромным волчарой? А ты иди, я просто за тобой пойду. Давай, иди. Не. Нет? Ну ты короче, вот смотри, сидишь, ешь. Там с барсиком поделись, там барсик тоже кушать хочет, смотри, вот. Подружись с ним, а я сейчас приду. Окей, так, ну-ка проследим-ка за ней. Так. А вон она зашла, так. Тетя Шура, у вас палки нету, за мной лютоволк какой-то пришел. Вот она, значит, там хочет, это, значит, рассказать все про... Так, сейчас надо эволюционировать, сейчас... Так, я, значит, эволюционировал. Мне нужно свежее мясо. Мясо. Так. Девочка где-то здесь. Так. Есть. Тут кто? Нет, никого нету. Ага, так. Сейчас мы ее найдем. Так, надеюсь, меня не унюхает. Хотя от меня так мясом пахнет. Да, вообще пропах. Так.
Так, он там что-то шарится, где-то там слышу его. Дверь там открывает в моем доме. Так, ладно, здесь нет. Наверное, глупый волк даже не понимает, что мы прячемся в шкафу. Глупый волк. Так. Ёшкин кошкин! Ага. Нет никого. Да, мы сейчас зайдем, так. А, вот ты, девочка, ну-ка иди сюда. Там нет никого. Так, иди сюда. Танет меня. Бежит. Так, девочка. Классно, закрываем дверь за ним, чтобы он не вышел. Так, ну-ка где-то. А, вон она, девочка. Так, иди-ка сюда. Так, сейчас мы ее рубанем, кусанем. А знаешь, у меня есть факел. Факелом тебе, а ну-ка сожги. Да мне это не страшно. Что, не страшно? Не, сейчас я слышу. Еще и воняет там, господи, атомная бомба ходячая. Так, ну все, сейчас поймаем и покусаем. Так, все, убиваем ее. Блин, а тут двери заблокированы, кто-то уже, видать... Белая шапочка, я тебя сейчас съем. Раз. Не. А может подружимся лучше? Смотри, знаешь, это... Айя Старка, в общем, ты будешь моим лютоволком. Смотри, у меня вот есть для тебя это... Сердечки. О! Давай подружимся, ну ты. Ты это, скушай сердечко, может, влюбишься в меня. Сейчас, ну-ка. Приручу его. Так. Как приручить эту волка? Ну, слушай, девочка, ну ладно, пойдем жить вместе, да? Ты будешь меня охранять? Да, я буду тебя охранять там, как бы. Ну, ты тебе не страшно, что я такой мохнатый? А давай ты, короче, смотри. Вот, уйдешь в лес, вон туда. И это, найдешь себе стаю волков. А потом, когда ты мне понадобишься, я тебя позову. Ну, ладно. Ну, все, короче, мясо в дорогу, чтобы ты не проголодался там. Курицу тебе, всего такого, в общем. Ну, ты вот в лес беги туда, найдёшь стаю, Девочка, поцелуй меня тогда на прощание. Давай. Ну, ты такой страшный. Поцелуй меня, давай, ну-ка, вот так. Ты воняешь. Давай, вот так. Ну, давай. Ну, ты воняешь. Ну-ка. А вдруг я тоже могу... Тогда съем сейчас, ну-ка, давай. Ну ладно, все. А, все, иди отсюда. О, ну все, ладно, все, пока. Давай. Надюш, ставь, приходи. Все, покам. Подписывайтесь. И лайкусик все вас. Ну все, больше псов заводить не буду. Ну нафиг этих псов. Хоть они с виду маленькие, миленькие, он какого-нибудь херабрина выращу, блин, потом сожрет меня. Ну давайте, нафиг. Ставьте лайк, подписывайтесь, или я приду за вами.